очень гуманное было решение в отношении беженцев из Азербайджана, которые больше 30 лет ждут жилья. Они жили все эти 3 лет абсолютно нечеловеческих условиях. Это для них реально очень радостный день. Наконец они смогут, собственно говоря, на своей исторической родине чувствовать себя защищенными. Мы безмерно счастливы, и уже хочется забыть эти 30 лет, которые мы прожили в таких нечеловеческих условиях. Теперь мы приобретем жилье, и как каждая женщина будем на своей кухне. А у нас ее не было 30 лет. Самое главное. И в своей ванне. И мы даже готовы забыть все обиды и начать новую жизнь.